Привет, друзья! У нас середина апреля. Погодка уже такая более-менее стабилизируется. Поля просохли, уже можно проехать в разные интересные места. Вот сегодня мы приехали на Дон. Такой он, правда, узенький здесь. Ну, решили попробовать открыться здесь. Так что сейчас будем раскладывать снасти. Время у нас уже 8 часов. Так что приступим. Нерестовый запрет, кстати, еще не начался. Он с 20-го, так что мы еще успеваем половить на несколько снастей. Кормушки у нас вот такие вот обычные. Единственное, ну, такие мы обычно ловим на водохранилищах. Единственное, чем она отличается, в этот раз я сделал поводки подлиннее, сантиметров, наверное, сколько вот он? Сантиметров 30, наверное. Вот. И на одном крючок у нас получается здоровый. Наверное, номер 4. А здесь 10-й маленький. На тот мы будем пробовать пучок червей насаживать сразу прям конкретный. А здесь какие-нибудь насадочки помельче. Мотыль, опарышек может быть. Пучочек такие, чтобы можно было насадить что-нибудь деликатное. А вот здесь вот он номер. Восьмерка даже, наверное, не десятка, восьмой. Вот он номер. На одной удочке. А на второй получается вот такой вот гигантский для пучка червей насадить. Может, голавлика получится урвать. Тут мы как-то ловили, наверное, года 3 назад голавли попадались неплохо. Майского жучка, конечно, нету насадить еще. Не летают, прохладно. А червячки, пучочек можно будет зарядить. Прикормочки сейчас замесим сразу. Ну, на донке нам пачки за глаза хватит. Пакетик в ведро, чтобы не мусорить. Вот так вот. Так, теперь аккуратненько подобраться бы, чтобы не шваркнуться нам. Где бы нам упаньки? Вот тут вот вроде нормалек. Ух ты, ух ты, ух, ни хрена тут. О, тут еще снег даже стоит. Вот он, лед. Охренеть, не все растаяло даже еще. Тонким слоем под грязью, короче. Вот он прям. Что-то я прям по уши увяз в грязи. Опа. Да, сапожки хорошо к месту одел. То в кроссовочках так бы не очень комфортно было бы, наверное. Оп, теперь я, походу, не выберусь. Придется тебе сюда мне удочки подавать. Все, отлично. Ну и все, замешиваем. Так. Сейчас на большой крючочек мы сразу пучочек червей оформим. Такой прям пучочек, штучки 3-4 прям червячка. Чтобы если рыба клюнула, то у нее рот радовался. Вода вроде такая не особо мутная, но и не особо-то чистая. Такая вот начинает уже светлеть. Так вот сразу. Оп. Оп, так вот, пучочком. Оп. Два. О, вот этого жирненького он сам просился. Так вот.
О! Прекрасно. Так. И прикормасику набьем сейчас. Кормушечку. Навели тут в маленьком ведерке. О! Поплотнее все-таки течение. Чтоб нас не вымывало. При забросе сразу. Вроде кормушки сколько? Грамм 60 у нас. По идее, я думаю, не должно сносить-то. Вот так вот поплотнее. Опа. Так. Так. Так, эту я вон под тот, наверное, берег сейчас рубану. Даже мы место не посмотрели, что тут. Хоть надо было грузиком пробить. Может, там коряги. Ну, ладно. На удачу будем кидать. Вот так вот, нормалек. А река течет, и новый поворот. Так, есть. Так. А сюда мы сделаем пучочек мотыликов, наверное. Здесь у нас будут, наверное, мотылики. Ты мотылей не будешь пока пробовать на опарышей? Давай тогда на мотылей поэкспериментируем все насадки тогда. Если они у нас тут выжили. Вроде в холоде лежали. Не в холодильнике, но в прохладном месте. О, нормалек. Сразу достанем. Ладно, будем насаживать по мере. Пучок хотел сразу в руки положить, а неудобно так с ним возиться. Все равно крючок кажется большой. Он у мотыля нормальный, но он вроде острый. Ай, да не, залетают за здрасте. Так, а это он туда будем бросать. Рез! Ох! Ну ладно, пусть тут посидит. Думаю, не перехлестнемся. Так, и бубенцы, где наши? Самое главное атрибут рыбалки. Я закидываю. Сюда вот. Вот так вот. Погодка просто шикарная. По клеву пока ничего нету. Так вот мы первый раз закинули. Сколько минут? Наверное, 15 уже сидим. И тишина. Сейчас попробуем подальше, поближе закинуть. Глубина тут небольшая. Вот насколько я помню, на фидер мы тут ловили года два назад. Только чуть подальше, туда, наверное, метров на 20 вперед. Ну, метра два, наверное, полтора, самая большая здесь глубина. Но это по падению кормушки. Так-то мы холотом ничего здесь никогда не мерили.
вот на счет, когда бросали фидер. Сейчас примерно уровень воды как раз такой же стал, как и был. Но вода еще, конечно, мутноватая. И выходов причем ни одного нет. Раньше, когда сидели, хоть щука прыгала, сигала. Вон, хотя мелкую рыбку видно, он по берегу ходит. Погодка хорошая, прям солнышко, приятно сидеть. Что-то дергает. Неплохо дергает, походу. Опа. Опа, есть. Первая рыбешка. Опа. Есть. Я открылся. Плотвица. Мелкая все-таки, но сезон открыт. Давай, плыви. Есть. Мелочь, а приятно уже. Первую рыбку поймали, плотвичку небольшую. Видели, да, сами, какая вот такая. Вот, у меня была первая поклевка. У Кирилла уже было такие небольшие тоже подергивания. Но поймать ничего не получилось. В этом году мы уже пробовали с Кириллом. Ну как в этом году? По весне. Этой весной уже пробовали открыться. Неделю назад мы с ним были, получается. Но там еще холодно было очень. И в итоге чем толком-то... А, верхоплавку одну я тогда поймал. Снимать там особо некогда было. Мы так с разведкой ездили посмотреть. Че да зачем. Поклевка прям у меня в прямом эфире. Вот. И тогда мы просидели, наверное, часа 4. И одну верхоплавку на двоих мы и поймали тогда. Это получается уже вторая попытка открыться. Ну, плотвичку уже можно, наверное, засчитать за открытие. Что-то дергает, да, помаленечку. Откроешься, нет, сегодня? О, идет, идет. Плотвица, что ли? О, покрупнее даже моей. А не голова ли? Да не, плотва хорошая, плотвичка такая, да. Открылся. Ладонь прям плотная, да? Моя, конечно, мелковата. Но это икраменок к икромету, да, шершав, перед икрометом шершавый прям становится, как наждачка, да? Угу. Неплохая, да, плотвичка? Такая тараночная. Идет? Че, хороший? А? Да все уже хорошо идет, давай. О, плотва, мне кажется. Ну, крупненькая такая, прям, да? Достойная. Хорошая плотвица. Такая прям зачетная больше ладони. Холодная. Ну вот. А, две плотвицы, ты каждая все крупнее и крупнее идет. На парыше, да? Ой, это, кстати, без этой. Не шершавая. Клевка.
походу что-то зацепил. И, ага, идет, идет. Есть. Ух, хорош батон. Это прям вообще шершавейшая. Напарышей. Самая большая на сегодня. Батончик. Поклевочка хорошая. Напариков. А и мотыль тут был. Два мотыля и опарыша. Ну, просто как наждачка. Вот такая вот плотвень. Давай-ка, плыви. Батон. Рыбка клюет, ну, очень вяло. Непонятна причина, почему. Ну, возможно, кстати, вода, кстати, очень мутная. Вот примерно полметра видимости, и дальше прям мутновато. И еще холодно. Вот в начале рыбалки пришли, а там даже еще вот землей вот как бы поднакрыты. Вот эта вот каша, она еще со льдом. Так что много всяких факторов. А так на улице на самом деле тепло. Градусов, наверное, 10 точно есть. Ну, решили мы уже домой собраться. Поймали мы несколько плотвичек. Сезон открыли. Съездили хорошо посидеть. Тепло, приятно. Водичка, конечно, еще прохладненькая, мутная. Вот на реке здесь она еще течение, у нее еще она, по идее, должен уровень немножко подупасть. Вот. Ну, так что в целом, в принципе, рыбалкой довольны. Так что спасибо за просмотр. Всем пока. Занимайтесь любимым делом. Ездите на рыбалку.